Асус, а Асус, кликни на кружочек. Так, что я, наверное, съебусь отсюда? Давайте, палы, разбирайтесь с бафами. Бонжоу и каски, да. Шаманы там в двух пати, ставьте тотем, антифир.
что там, выбирай себе. Тебе рыбу будет дать? Можно. 5-7 дать? Да, обычную можно. Ее же надо доесть. Надо есть. Я перекинул стак в первый ячейк. Да, забираешь. Давайте, блядь, не ебулите нахуй. Чтобы славика не поджигать. У вас друидов, да, нет? Бесспорно, конечно. Ебальник отлетает просто. Это что, голос Хао, я не понял? Нет. Это его двойник. Какая ячейка, говоришь? Первый. А, ты зашел, видать, на кого-то, да? Я нет, я уступил слово. Сижу, смотрю, блядь, буду вами управлять нахуй через стрим. А, вон чё. Только вот я никогда не понимал, зачем вы туда заходите, чиниться, что ли? Ешьте, рыб. Ласки все пейте. А, еще можешь положить туда свитки, вот эти лапка или как, чтобы друидовский баф был. Сейчас кину. Поставьте да. ГБ. Бля, последние остались, да. Сколько надо их там? Наделать. 50 штук. 50 стаков там будет. На рейд хватит. Я это то, что говорю, барабаны что... вот эти, да? Ну, лапки, да. На счет три. Раз, два, три. Господи, Гер. Давайте, Гер, держи здесь. Ну, короче, не буду вам мешать. Если какие-то проблемы, тогда я снизу буду сидеть. Давай.
Че, по порядку пойдем? На всех. Угу. Ну, депис вроде есть. Должны быстренько пройти. Поднимайтесь.
заходите. Шипышки нету, заебись. Почему шипышки нет? А, ты имеешь в виду? Там будет стан вешаться, его надо диспелить будет сразу, иначе пиздец. Оборону стан Asus давай по КД, а по треугольнику Бонжови по КД стан. Как откатится аж по-одински. Чтобы они тоже охуели. Хер, не надо, они к воротам бегутся, выйдет еще. Сейчас, секундочку, подожди, пожалуйста. Раз, два, три. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Диспельте. Короче, надо кого-то разъебать. Кто из них дизарм дает? Квадрат? Вот эту парашу, наоборот, не диспель с меня. Она будет паралич снимать, если что. Вот этот огонь, который диспель, не диспель. Ну, в принципе, блядь, если стан видишь, то диспель. Лорд дизарму дает, да? Торнадо тогда с... Лорд это кто? Треугольник? Торнадо тогда с... Таунти треугольник на себя.
пускай висит пока. О, стан, дисплей. Гром уже есть. Стан. Видишь, эта хуйня повесилась паралич, и дамагом вот этого огня снялось, и типа мы бы сразу вернулись на меня. Пока что огонь пускаем. И стан, в принципе, похуй, пускай висит. Да? Мне не сложно. Короче, вроде больше не будет исчезать. 30. Я забираю торнадо, дамажу босса. Стойте прям вот тут вот на ковре. Даже статы не могли с АК брошью нарисовать разную, блядь. И тут вот звездочки примерно стойте. Асмодей. Здорово, ты чё, блядь, нидер? У тебя посох охуевший. Чё? Мне нравится эта штука. Ну так тебе просто нравится, ты не оденешь. Вообще похуй, я первый нашел. Че, не отдашь, да, короче? А кому? Магу. Кому? Магу, блядь. Не, не отдам. Чего там? Ну, у него став типа топовый, он из-за того, что ему нравится. Ну, блять, будет одна ручка у меня, пиздатая, я его одену. Что ты думаешь, я просто так беру вещь? Ты понимаешь? Нет. Ты думаешь, что я беру вещь, которая мне не нужна, что ли? Да. С будущим. Давай я тебе объясню кое-что. Ты мне ничего не объяснишь, ты можешь только тут поговорить ни о чем. И это закончится ничем. Левая рука с крипом и с духом. То есть ты считаешь, вот этому стафу будет замена с хоть с какой-то одноручкой? И конечно. И вот этой вот хуйней? Сык, пиздатая одноручка есть. Я возьму ее и возьму вот эту руку. В чем проблема? Ну, типа, она будет лучше, эта одноручка. Будет лучше, у меня будет больше. Это, завязывайте эту хуйню. Вот став, который на нем, он бисовый. Жарим, и он тебе тоже бисовый. Сейчас на данный момент. Ну, я в курсе, но, блять, его выбить надо. У него он есть, а у меня, блять, одноручка есть. Схуёво, но хэндом. Да мне до пизды не надо, пусть, блядь, продается. И бисовая сейчас одна ручка с офхэндом. Да просто вы слишком близко все принимаете. Ну, в смысле, почему близко? Я же сюда не просто так тоже хожу, а череп, который не надо, блядь, он просто берет, забирает и все. Из того, что... Блядь, что значит не надо? В смысле не надо? Я тебе ну, сказал уже... Ну, ты понимаешь, что... Будет...
по статам. Больше будет СПД. Мне похуй на эти статы, мне нужно СПД, понимаешь? Это единственная статистика, которая меня интересует. Будет достойная одна ручка, я одену ее с этой левой рукой. Вопросы? А как у тебя ник вопрос на скоро? Бисовая левая рука с погибели. Ну, я вот о том же, типа, только с ней имеет смысл лупать одну ручку. Если есть этот став. Вот пошло нахуй, если все. Я на сове посох с Ануба, а там одна дырка. Ну и там крита меньше. Ну и короче, получается, я посчитал, если еще камень вставлять, то там крита где-то 50. Если свалик вот эту взять посох. Надо бабу точечно бить, ребята. Дальше я не помню, то ли при лестнице, то ли кого. При лестнице, да? Горничный добав вешает на 50%. Значит, горничный бейте, две штуки. Может быть такое, что ты как-то не так попросил, и он решил не отдавать тебе. Ну это, конечно, хуйня. В смысле, я решил ее не отдавать, потому что я не хочу ее отдавать. Попросил. Я не знаю я этого человека, он мне не, блядь, ни друг, ни брат, нахуй ему что-то должен. Мне почему-то так показалось. Просто взаимодействует с этим человеком в игре не буду, и все больше. Да, нет, пофигу забейте, что я что-то тоже подвёл, не куплю, пусть носит.
А она разве фиксированная? Не рандомная каждый день. Ты был в двух рейдах на этой неделе, да? Ага, четырех. Это четвертый. И везде оперу закрывал? Ну, конечно. И что там, одна была? Везде красная шапочка, небось, была. Шапка была, да. Это? Два раза шапка или три. А, нет. Помню, мы тогда два рейда собирали. На прошлом КД, это в среду, по-моему. Там у одного рейда была страна Оса, у нас... Я в страну Оса давно не видел, она редкая, пиздец. Я в страну Оса даже ни разу не попадал. Ну да, там Вандик прикольно падает. Мне красная шапочка больше нравится. Там три не падает. Понятно, бля, вот человек умер, можно ему баф кинуть? Я вот почему-то кидаю хп, когда человек умирает, блядь, лично ему какой. А вот в итоге каску уже раз 5 написал. Фу, кто кинул, блядь. Это должен в ПМ писать каждому. Да, не, ты... я чат не читаю. Я сейчас буду просто читаю. Так же нахуй делать и все, блядь. Да и чего, что после трэша? Тебе сложно кнопку нажать одну? Тихо, не моросите. Просто в дис скажи. Но в паладины, конечно, да, лучше было бы, если бы сразу кидали. Вот человек умирает, я сразу приста баф даю ему. Че у нас миликов? Три, да? Когда человек умирает, он заходит и бежит в инст. Вы агрите дальше. Я просто хилю все время. Если бы вы остановились и ждали бы его, я бы ребафнул. Ну вы же посмотрите, вы несетесь вперед. Я хилю, я даже не пью. Я еще раз говорю, хватит. Перед боссом я всегда бафну. Всегда. И чат я не смотрю, потому что я для этого в дис зашел, чтобы слушать вас, ребята. Вы говорите, разговариваете, кому что надо. Квадратом встаем, РДД по местам. Че вы стоите? Между колоннами места занимаете? Раз, два. Давайте не обопрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Чё, Гогеру? Давай. Квадратом милики ровным. Ровным квадратом. Не треугольником, а квадратом. Во сколько там? А, один не бьет. Тогда так. Подальше от босса. Друг от друга подальше. Когда будет паралич, прожимайте там панцири и всю хуйню защиту. И хильтесь флешками. Ретрик там подхиливает. Флешками, флешки пока стоит, а массу. Yeah.
прям жиза просит. За меня, по крайней мере, потому что реально, там надо как бы и тебе член дрочить, и... Микрофон включен, тихо. Хорош. Вот поэтому я не говорю в диске, потому что я не на кнопку его активирую. Так а ты его ставь на кнопку. Я не могу на кнопку. Я, а чё ты, её тормознул нормально? Интересно. Да, надо было не останавливать. Ну я всё хрен услышал. Она нас слышит? Нет, я в наушниках, она не слышит. Ты врубай, короче, в следующий раз колон. Будем трындеть. Кому там член дрочить. Нормальное начало истории положено, да? Да, видос просто показывала. Я не читал, кстати, что там написано. Да ладно, все мы женатые. А, это ты это видела? Че, она там тихо так говорит? Да, чтобы вы не подслушивали. Там мы все равно про Ксюху все слышали. Женька сразу увеличивают, блядь. Так, я сейчас микрофон выключу, босс забью. О, боты нихуевские. Тотем нихуя себе, да? О, блядь, охуенно. Тотем, да, неплохой вообще. Хорош, кстати, тотем. Боты кайфовые, блядь, ты смотри. Вот только вот вместо меткости. Не, хотя даже, блядь, я такие хочу. 64 крита, прикинь. На сову как заебись будет. Сука, почему я их не забирал никогда? Для них, да, у тебя есть истерия. А? У тебя есть истерия? Да. А почему ты ее не кидаешь? Ну, так вот. А по жопе? Тоже надо макрос писать, блядь, ты чё? Слушай, ты мне напомни, этот вешает дебаф ШП на 13% к урону? Нет. Магическому? Не вешает? То есть мне лапу надо вешать, да? Хуясь, да. Не, просто смотрю, чё-то не было, блядь, ДПС, лапу повесил, всё, пошёл, ну. Ну вообще АДК вешает. Анхолик же есть? Ну, анхолик и сала, по идее, блядь. Но вот я думал ещё, что, я думал ещё, что ШП, чё понял? Не, ШП 3% меткости. Сука, Женек, дай боты погонять, слышишь? Я тебе левую руку подарю, красивую статую. Хочешь? Нет, я руку даже не брал. Я не беру то, что мне не надо. Ну, я и говорю. Ну, шипы я бы не брал, конечно. Не, просто, ну, блядь, как бы, ну, с критом, нахуй, шипы, хуй знает. Ну, если хочет, то, конечно. На может, сову, я тебе так скажу, что... Может, он будет первый в мире критовой шипы. Чё заебись? Да нет, не в этом дело. Да Афа я прикалываюсь, сейчас... я прикалываюсь, братан, чё ты... Афа сейчас так не важна, как СПД, на самом деле. Смотри, я как Нео нахуй в воздухе застревал, ебать. Бля, я чуть нахуй не ебанул на второго доту. Т4 нужно из ПД по факту, и хоста понадобится только в Т10. Там, по-моему, дохуя хосты надо в Т4, я не помню. Нет. Да, 900. Там СПД надо брать, да. Да, в одном экипе, короче, надо типа 900, а в другом что-то 1400. Смотри, я как Нео, блядь, смотри на моего ДКшника. Я... Голый, да нет, там, короче, из-под хоста Т10 нужна. Сейчас хоста, ну, заебись, но СПД лучше. А вот же истерия по жабе. Да бля, это же ник надо копировать, блядь. Так ты по фокусу. Ну это вообще пиздец, нахуй, это, мне кажется, высший разум. Бля, до слез просто. Да, до слез, до слез.
Можно даже вручную, блядь, мышкой кликнуть. Но это потеря как. Поебать как. Лишь бы на мне висела истерия. Ну 500 голды, короче. Давай просто шлепок по твоей розовой латной попочке. Не, да, за такой красный. Базар. За такой базар я лучше, блядь, ретрику кидать буду, ебать. Давай. Мне не нравятся гейские разговоры, фу. Он истерии вообще не кидал, что ли? Не. Он жадный не кидает. О? Не, ленивый просто. Нет, вообще. Я думал, что Рога не дамажит вообще. Да Роги не дамажит никогда, забей. Ну нахуй. Просто он не бис его еще, блядь. Рога Тога, ему скажи, что он не дамажит. Но тут ну я как-то смотрел в ульде, как бы он там это в топ-15 болтался, я такой думаю, вот это дамаг, вот это, ну я и так могу, как бы дам. По факту сейчас бисовые сапоги это 239-й слот. Ясен хуй, блядь, а ты их забери, попробуй, блядь. Ну я поэтому и говорю, я на пристаях все равно никогда не заберу. Да и сейчас сык выйдет, это помойка станет, то что у Елены. А что там, выки 45-е есть, что ли? А я не знаю, что там нету, блядь, сапог, что ли? Чекните. Кстати, вот в этом ике довольно дохуя шмота никакого. Не, я не смотрел, я на ханта там все облазил уже, блядь, а на лока я еще ничего себе не смотрел. Я, допустим, посмотрел, там плащей вообще нет нормальных, ни на кого нахуй. Ну, все на миликов точно нет плащей. Только вот сундука вот этот, а сундук вроде на обычке не открывается, да? Или открывается? Нет, не открывается. Это только ИВК, да? Да. А, ну значит плаща можно смело на огороде покупать плащ, в него твердоль втыкать и бегать с ним. Ну если оно еще апнется, как бы с выходом 25, то в принципе... Я думаю, они не апнут. Мне кажется, они не апнут. СЛК, да, где-то, скорее всего. Да, 258 там левел. Они, наверное, апнут только кельдонат, скорее всего. Но кель уже пора апать однозначно, 213 слишком убогий, наверное. Ну, говорят, будут. Этот пик, когда выйдет, типа кель до нас апнут, до 32 шеи. Ну, вот это то, что нужна шея, остальные пухи там бесполезно покупать, потому что там есть 245-е охуенные. И топоры, и мечи, и посохи, и что там только нет. Поэтому я... Ну, плащ я вот буду брать еще с огорода этого. Потому что так посмотрел, если в него дырку сделать, то достаточно неплохой плащ. Протай за пятак ботинки. Да я не это... Не начинай. А что, кольчуги нету, что ли, никакой вообще? На шамана не дропает, что ли, кольчуга здесь? Не знаю, насчет шамана. Надо посмотреть. Так, а зачем нет кольчуга? Там думаю, это... У кого лапки нету, типа, кто падал, говорите мне, у меня эти барабаны лежат. У меня истерии нет. А есть у кого-нибудь жив вообще? У меня есть. А, ну все, потом поставить. Ну у меня просто регов осталось, свечей 20 штук. Если может закончится. Успею, блядь, скопировать. Да ты у тебя ник, сука, длинный, блядь. Заебусь писать сейчас, блядь. Да ты вручную давай, я вручную всегда даю. Накидайте быстренько бафов по бесику, пожалуйста. По бесику? Заебался писать твой ник. А чё, он не бафнулся, что ли? Так, чё там по лапке, блядь? Каску в беса кинь, пожалуйста, кто там отвечает за эту хуйню. Укинуть. Каску, говорю, в беса кинь, кто там раздает каски. О, нихуя, это бесконечные барабаны, вы видели? 50 зарядов я бафнул, и все равно 50 осталось. Почему? Ну вот так вот, блядь. Да это баг отображения, там по-любому их меньше. По-любому не заканчивается, мне кажется. Ну что, страна ОС? Ну хуй знает. Путь домой, так, что там? Это глубины просто... человеческой души. Ебать, я не был ни разу в ОС. Ну это по-любому, да.
злобная старая корга. Это по-любому ведьма. Сука, запускайся. Кого пиздить тут, я не знаю, короче. Сначала бабу говорят. Только ты первый активист сначала, да, я не помню тоже. А потом всех остальных похуй, да? Угу. А, ну собственно. Вот. Давай герой. Чама. Да лучше на коргу геру дать. Тоже дали. Да хуя он. Ветерок зайдет. А кого бьем, бабу, да? От ветерка отходить просто надо. Ну, по-моему, с Герой путаете что-то, не? А дайте, пожалуйста, истерию. Просто жадный БК не дает истерию. Вичка, блядь.